площади появляются студенты профессионального, образовательного, частного учреждения, техникум экономики и права. В этом году техникум распахнул свои двери более чем для 100 студентов, первокурсников. Колонну возглавляют первокурсники по специальности правоохранительная деятельность. Это будущие сотрудники полиции, прокуратуры, таможенных органов, адвокатуры будут выявлять и пресекать уголовные преступления. Студенты-первокурсники специальности «Право и организация социального обеспечения» внесут в свой вклад в сферу пенсионного обеспечения и социальной защиты. Продолжают шествие первокурсники специальности «Земельные и имущественные отношения» к нам. На театральную площадь приближается празднично украшенная колонна студентов первого курса филиала Кубанского государственного университета.